Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта Викторина «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Мова – жывая тканка, прырастае там, дзе крынічыць людское жаданне. І тады яна квітнее. Гэта словы ўдзельніка аднаго з мінулых выпускаў Викторины, а якія эпітэты падбяруць да слова мова сённяшнія гульцы, нам усім цікава. Але спачатку знаёмства. Калі ласка, капитаны, Анастасия, вам слово. Добрый день, меня звать Анастасия, я приехала с сябровками, это Настасья и Марина. Мы студентки 4-го курса Академии Кіравання при Президенте Республики Беларусь. Наша команда называется «Зорочки». И мы приехали сюда, как проверить свои веды и поудзельнічаць у вельмі цікавай, на наш погляд, гульні. Дякую, Анастасія, такі поўны адказ. Адразу ўсё расказала. Нам вельмі прыемна вітаць мінчанак. Мы з Мінска і Мінскай вобласці. Зразумела. Дякую вам вялікі. Ну, давайте паслухаем Ганну, капітана другой каманды, якая ўзначальвае сёння. Як называецца каманда? Наша команда называется «Знич». Так. Наша команда так называется, потому что «Знич» — это священный огонь, який издавна символизует натхнение. И мы это натхнение хотим сегодня передать и нашим сябрам, и суперникам, и увогуле гледачам, конечно ж, и этой гульни. Цудоўна. А кто с вами сегодня? Это прыгожие, мужные хлопцы. Со мной сегодня Александр, студент биологичного факультета ГДУ имя Франциска Скарыны, и Александр, студент филологичного факультета. И я так само с филологичного факультета. Цудоўна. Ганна, вы жаданне загадали? Обовязково. Я думаю, что я нас разумела. Ну, я думаю, что такое жаданне загадала и Марина, бо у яе так само был час стать поміж дзвюма Анастасіямі. Абедзвюм командам я жадаю перамоги, мы починаем. Шановные гульцы, каб спрэчныя моманты не завяли нас умоўны тупик, за ходом нашей гульни будет сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы и літаратуры Святослав Крупенька. Увага на экран. Новы час непатрэбная крышыць. Наша ж мова, як вечна сцінить с праславянскіх крыніц і ўзвышаў, красаваць будзе з намі і жыць. Лариса Геніюш. Прывітанне ўсім і паважаным гульцам, і шановным тэлегледачам, шчырым прыхільнікам матчынай мовы. Удзельнікам сённяшняй гульні Викторины жадаю трапных адказаў, паасобку і з камандай разам. Нашай перадачы шчыра зычу удачы. Нехай родное слово звенить, як песня Жаўракова. Дякую, великий Святослав. Мы починаем, и наш первый этап пригадываем. На этапе пригадываем гульцы шукают отказы на слайд пытанні. Пригадать предмет або з'яву и назвать их по-белоруску – вось первое задание. У гульцов есть 5 секунд на роздум и подказка, схема слова и одна литера у ёй. Паважаныя удзельнікі, калі вы адкажаце правильно, вы пачуеце вось такі сигнал. Ну, а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Такім чынам прыгадваем першы слайд. И первая натиснула кнопку Ганна. Команда «Знич». Ганна, кто будет отказывать? Откажу я, это вопратка. Вы чуете, что первые 2 баллы атрымала команда «Знич». Дякую вам, велики. Наступный слайд. А вот тут команда «Зорочки». 5 секунд на роздум у них есть. Я думаю, что они уже здогадались, что это. Кто будет отказывать? Отказывать будет Настя. Это дирка. Это дирка. Такие модные зараз дирки. Так, ранее это все старанно зашивали. Наступный слайд. А вот тут Ганна. Цікава мне, чему Настя спазнилась? Чему? Что это? Кто будет отказывать? Откажа Александр. Это зорка. Докладный отказ, малайчина. Настя, зорка, вас назвали. Наступный слайд. А вот тут Анастасия, команда «Зорки». Калі ласка. На это пытание откажа Настя. а бибок. Вы маете рацию, Анастасия. Наступный слайд. Ага, Ганна. Команда Знич, кто будет отказывать? На это питание откажа Александр. Это шчаўе. И это докладный отказ. Правильно. И апошний слайд, увага. А вот тут Анастасия, я упэўнена, что будет отказывать Марина, так? Это гармонік. И это правильный отказ, малайчына. Выдатно. Команды хутка справились с первым заданием и отрымали свои первые баллы. 6 и 6. Это только початок. Ну а зараз мы переходим до наступной гульни. Перекладаем. На другим этапе телевикторины команды будут перекладывать словы, словозлучения и сказы с русской мовы на белорусскую. Рабить это яны будут по особку. Первыми за перемогу будут спрачаться Анастасия и Александр. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнні і сказ з рускай мовы на беларускую. Спачатку слова, руку на кнопку Александр і Настя, затылак. Калі ласка, Анастасія. Патыліца. І гэта правільны адказ. 2 балы, у скарбонку зорачак, пристальна смотрець. Вось тут Александр. Утраплёна глядзець, мабыць. На жаль, ёсць памылка. Вось глядзець пераклаў дзеяслоў правильно, а прыслоўе не. Ці ёсць адказ у Насці? У меня есть вариант глядзець, не зводзячы вачэй. Гэта правильный отказ, а мне наш эксперт подказывает, что гэты вариант мы можем принять, бо фразеологизм не зводячы вачэй, ну, неким чином синонимичны слову пристально, так? Увогуле можно было бы сказать пильно глядеть, уважливо глядеть, ці глядеть не зводячы вачэй. 2 балы у скарбонку зорачак. Ну и урэшце Александр и Анастасия, сказ для вас. Как вы чувствуете себя после прогулки? Настя, пробачьте, вы натиснули ранее, чем я вымовила сказ. Александр, у вас есть 5 секунд на раздум. Как вы чувствуете себя после прогулки? 5. Как вы отчуваете себя? Пасля, ну, полностью скажи. Как вы отчуваете себя после шпацыру? Ну, с моей допомогой Александр отказал. Заличим гэты отказ. Дякую вам, вялікі. Наступное выпробование для капитанов. Анастасия и Ганна, житель. Ганна першая. Жихар. Это правильный отказ. Громко стучать. Калі ласка, Настя, вы першая. Мабыць, громко грукать. Вот тут помылку вы зрабілі, калі перакладалі прыслоўе. Калі ласка, Ганна. Я думаю, что гучно грукать. А вот это правильный отказ. Малайчына, можно моцно, можно гучно. Наступный сказ для вас. Долго ли вы пробудете в нашей местности? Настя была первая, и я слухаю ваш отказ. У вас только 5 секунд на раздум есть. Калі ласка. Ці долго вы будете у нашей мясцовости? Вы маете рацию, малайчына. И 3-й бой для Александра и Марины. Вот такое слово. Не ведаю, ці популярное оно зараз у молодёвым асяродку, однако я такое слово чувала. Жмот. Марина, калі ласка. Скнара. И это правильный отказ. 2 балы у скарбонку зорачек. Наступное словозлучение. Красивая расческа. Вот тут Александр был первым. Прыгожий гребень. И это правильный отказ. Можно сказать гребень, грабянец, а можно и расческа. Так само это слово есть у словниках. И урэшце сказ. Завтра утром я познакомлю вас со своими друзьями. Тут Марина была первая, зорочка наша, калі ласка. 5 секунд на раздум. Завтра раніцай я познаёмлю вас со своими сябрамі. Бездакорно. 2 балы у скарбонку зорочек. Малайчына, Марина. Паважаныя гульцы, пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую магчымасць і паслухаем нашага эксперта Святослава Крупеньку. Шановныя гульцы, смялей сябе пачувайце, не губляйцеся. Пэўныя цяжкасці пры перакладзе можа выклікаць слова жмот. Відаць таму, што беларусы не такія. Хаця і тут шмат варыянтаў. Скупец, хцівец, заціскайла. А таксама скупердзяй, скарэда, скнара, нарэшце жмот і жмінда. І гэта яшчэ не ўсё. А схадзіць пасля руплівай працы добра і на шпацар, як у палякаў, і на прагулянку, і нават на прагулку, як у рускай мове. Ой, будзе мне за прагулянку, ой, мама, што ў вачах тваіх? Гэтак у Ніла Гелевіча. Жадаю поспеху далей. Як заўсёды, дзякуем вам, Святаслав, за карысную інфармацыю і падводзім вынік гульні ў пераклад. 14-16 на карысць каманды «Зорочки». Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні – растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдкаўжывальных і не толькі. Вывести на чистую воду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы записали их адказы и готовы показать, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з трох варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў, гэта пакуль што Знич, увага на экран, слова барыла. Барыла – гэта майстер разбазарваць грошы. Бочачка для напіткаў. Узараная глеба або узаранае поле. Што ж такое барыла, хто будзе адказваць, Ганна? На гэтае пытанне адкажа Александр. Калі ласка. Мы лічым, што гэта варыянт Б, бочачка для напіткаў. Вы ведалі, Александр, так, дакладна ведалі. Малайчына, у Барыса Сачанкі сустракаем мы гэтае слова. Жонка прынясла на стол цэлае барыла. Наступнае слова для каманды «Зорачкі» – слова варган. Варган – гэта некультурны, жорсткі, грубы чалавек. Устарэлая назва паўзуноў і земнаводных. Гэта ж народны язычковы музычны інструмент. Настя, якое рашэнне вы прымаеце? На гэта пытанне адкажа Настася. Не. Не згодна, Настя, не згодна. Ну, капітан сказаў, трэба адказваць. Што варган – гэта некультурны, жорсткі, грубы чалавек. Адчувала Настя, што не ведае правільнага адказу. Ну давайте спытаем у Ганны і яе каманды. Мы лічым, што варган – гэта народны язычковы музычны інструмент. Вы ігралі на варгане, Александр? Не, я на гітаре. А, вы на гітаре, аднак ведаеце, што такое варган. Дзякуй вам вялікі. Гарбарня, наступнае слова для вас, каманда «Знич». Што гэта такое? Гарбарня – гэта частка рукі ад запясця да канца пальцаў. Пераноснае жыллё ў народаў паўночнай Сібіры. Майстэрня – прадпрыемства, дзе выраблялі скуры для абутку. У нас ёсць адказ, адкажу я. Мы лічым, што гэта адказ В, майстэрня – прадпрыемства, дзе выраблялі скуры для абутку. Вы маеце рацыю, Ганна, маеце рацыю. Так, па гарбарнях ды слясарнях пайшлі гутаркі наконт урачыстага святкавання 1 мая. Гэтак у цішкі Гартнага. Наступнае слова для паважанай прыгожай каманды «Зорачкі». Карапет. Што гэта? Карапет – гэта нізкарослы хлопец. Гарадскі бытавы танец. Атам хімічнага элемента. Слухаю, Анастасія, які ж варыянт вы падабралі да слова «карапет»? На гэта пытанне адкажа Марына. Калі ласка. Мне падабаецца першы варыянт. Гэта нізкарослы хлопец. Карапет. Ну, сапраўды падыходзіць, так? Однако чуеце, что это неправильно. Отказ давайте спытаем у Ганны и ее команды. А мы лічым, что это отказ Б, городский бытовый танец. Это докладный отказ. Городский бытовый танец походит от паўднёва-американского танца ту-степ. Наступное слово для вас, команда Знич, слово зюзя. Зюзя – это порода паляўнічых даўгашэрстных собак. Так называли пассажира, який ехал у повозцы, санях. Персонаж белорусской мифологии, увасабление холоду. Что вы, Ганна, николи не пытаетесь у Александра? Ведае ён адказ ці не? Ён ведае, я дакладна ўпэўнена. Але на гэтае пытанне адкажа Александр. Калі ласка. Насколько я ведаю, зюзя – это персонаж белорусской мифологии, его еще называли пан Зюзя. Угу. Вось, вариант В. Это правильный отказ. Зорочки так само ведали, и они усмехались. Зюзю уяўлялі у выгляде лысого бородатого деда, який босым ходил по снезе. И еще вы ведаете, что шмат кто из дорослых своим маленьким детям кажет, что на улицу холодно, там зюзя. Чули такое? Вось яно. Слово дыярыш. Яно для вас, паважаныя дзяўчаткі, дыярыш, тры варыянты. Дыярыш – это жанр прозы у старажытнай беларускай літаратуры. Пасрэднік у гандлёвых здзелках. Прылада для настройкі музычных інструментаў. Калі ласка, дзяўчаткі, Настя, хто будзе адказваць? На гэта пытанне адкажу я. Магчыма, гэта жанр прозы ў старажытнай беларускай літаратуры. Ай да малайчына, ай да малайчынкі зорачкі правільны адказ далі. У 17-18 стагоддзях дыярушамі называліся аўтабіяграфічныя нататкі, сямейныя паданні, дзённікі падарожжаў і ваенных паходаў. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці і нагадаю гледачам, што тыднёва у газеце «Звезда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звезду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Зорачкі» 19 очков, а каманда «Знич» выйшла ў лідары, у яе 29 балаў. Ну а мы переходим до наступного этапа. Уживаем. Теперь мы будем спробовать правильно уживать фразеологизмы. Попередне раскрыем их сенс, але спочатку доведаемся, какие устойливые одинки выберут наши команды. Первым конверт с фразеологизмом выбирая капитан, у якой меньше очков. 6 конвертов, 6 фразеологизмов. Зараз вы убачите их. Калі ласка, лічбу назовите. Нехай будет перший. Перший, калі ласка. Ни вуха, ни рыла. Запомните его. Ни вуха, ни рыла. Ну что ж, поважаная Ганна, 5 конвертов засталося. Мы выберем третий конверт. Третий, калі ласка. Вудзіць рыбу, ці еще вариант акунёў. Так, у вас ни вуха, ни рыла. Запишите ваш фразеологизм. У вас, Ганна, вудзіць рыбу, акунёў, калі ласка. Запишите ваши фразеологизмы и послушайте, что вам треба зрабіць. Поважаныя команды, у вас есть 30 секунд. И вам треба за гэты час зрабіць 3 задания. Первое. Растлумачыць сенс фразеологизма. Другое – скласти сказ с вашим фразеологизмом. И третье – сгадать отповедники с русской мовы, ці синонимы с белорусской. Это значит, ці с русской, ці с белорусской пригадать фразеологизмы с таким же самым значением, ці с прикладно таким же значением. Калі ласка, працуйте. с легкостью справились со своими заданиями и команда Зорочки, и команда Знич. Ну, давайте пытать Анастасию. Який фразеологизм у вас был и кто про его будет рассказывать? Наш фразеологизм был «ни вуха, ни рыла», и про его расскажет Настасья. Коли ласка. Мы лічым, что значение этого фразеологизма в отношении человека звычайный, ничего не разумея. И это правильный отказ. 3 баллы я вам налічу. Добра. Сказ, коли ласка, кто будет сказ говорить? Сказ будет говорить Марина. Коли ласка, Марина. Отповедно Настиному тлумачению мы склали сказ, например, у предмете мы были «ни вуха, ни рыла». Добрый сказ, добрый сказ. И ўрэшце Настя подобрала синонимы до гэтага фразеологизма. Мы подобрали такие отповедники, как «ни тое, ни сёе», и из русской мовы «ни рыба, ни мясо». А вот с отповедниками, ну так, яно то не рыба, не мясо, и не тое, не сёе, однако есть отповедники, якія больш дакладна тлумачаць сэнс, зусім нічога не ведая. Без клёпак у галаве. Без клёпак у галаве, так, яшчэ што можна. Другі баран не бы, не мя, так? А любіць гучнае імя. А любіць гучнае імя, можна сказаць, не бы, не мэ, не кукарэку. Анастасия, подказывая наш эксперт, что все-таки 3 баллы за это задание мы вам не налічым, а вось 2, коли ласка, отрымайте. Таким чином, у этом задании вы заработали 8 баллов. Послушаем Ганну. Який фразеологизм, Ганна, у вас был? У нас был фразеологизм «водить рыбу», «те окунёв», и его значение растлумачыць Александр. Коли ласка. Мы лічым, что «будить рыбу ці акунёў» значит драмать ці засыпать. Драмать, засыпать, так, седячи, бо вельми часто рыбаки, седячи на березе раки, у чаканні той самой рыбы просто засыпают. Да, засынают. Дякую, вялікі. Ганна, коли ласка, сказ. И с этим фразеологизмом мы склали наступный сказ. Дядька так стаміўся за день, что седячи вудзіў акунёў. Добра, дякую, вялікі. И ўрэшце Александр. Я так разумею, что менавіта вы будете подказывать нам фразеологизмы отповедники ці синонима, калі ласка. У русской мове есть фразема «клевать носом», якая скалькавалася и у белорусскую мову. Які докладный отказ. Дякую вам, вялікі. Ну и давайте послушаем нашего эксперта Святослава Крупеньку. И он заўсёды рыхтуе нам нечто цікавое. Шановные гульцы, пришлось вам добро поломать голову. Никто из вас рыбу не вудзіў, бо трэба было знайсці правильное решение. И вы зусім нядрэнна справились. Успоминается Якуб Колос. Ну что, Антоне, рыбу вудзіш? Заснеш, брат, потом и не узбудешь. А еще про человека, який засыная седзячы, кажут, что он водит дзяды, табаку важить. А выраз «ни вуха, ни рыла» вельми соковиты. Правда, частей мы отдаем перавагу ягоным братам-синонімам, типу «ни зуб ногой», «ни бы, ни мы, ни кукареку». Жадаю поспеху в апошнім конкурсе. Дякую вам, вялікі Святослав. На рахунку команд 38 и 27 очков. И мы переходим до наступного этапа. Цитуем. Задача гульцов у наступном конкурсе с назвой «Цитуем» простая. Протягнуть фразу и заработать лидерские 3 баллы. Начиная команда, что набрала «пакуль» меньшую колькость баллов. Это команда «Зорочки». Цитуем. И первое задание «Мудрословие». Вам треба протягнуть приказку и заработать аж 3 баллы. Дзяўчаты, спочатку подказка. Уласна белорусская приказка, а сенс яе такі. Кожному достанется однольково. При покаранні кого-нибудь и при размерковании чего-нибудь. У русской мове так само подобная примаўка есть. Кожнай сястрыцы по, подкажу, упрыгожанню. Ці ёсць у вас варыянт? Ці ёсць, Анастасія, варыянт у вашей команды? У нашей команды есть вариант, и его нам скажет Настя. Калі ласка. кожнай сястрыцы пазавушніцы. И это правильный отказ. Малайчынка 3 баллы поклала у скарбонку команды «Зорочки». Задание для команды «Знич». Так кажуть иронично про того, кому раптовно захотелось чагости. Не села, не пала, захотела... Откажа Александр. Так, Александр, давайте послушаем вас. Не села, не пала... Захотела баба сала. И это правильный отказ. Малайчина. И вы поклали у свою скарбонку 3 баллы. Ну что ж, а теперь музычное задание. Калі ласка, дзяўчаты, глядите на экран, слухайте песню и протягивайте радок. Пять разом тишина, сердце все смеется, не сдается. Я с тобой и я со мною будем жить опять по солнцу. Все не завтра и без конца. Вера, сколько нам потом. Настя, кто будет протягивать радок? Радок будет протягивать Марина. Калі ласка. Вера, с улоканах патоні спяваў Джей Морс. Ветер на твоих долонях. И это правильный отказ. Малайчына. Девчата, вам треба будет загадать, как начинается песня, и тады вы дасте правильный отказ. Назву. На это питание откажет Настя. Тактик-так, годинник. Залічана. «Так-тик-так» называется эта песня у выкананні группы Джей Морс. Дякую вялікі, малайчына. И урэшце музычное задание для команды «Зеніч». Вось зараз и поглядим. Ці ведаеце вы творчасць заслужных коллективу Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Беседа»? Треба признать, треба сказать, рады были на вас завітать. И с почуттём, гуртом сваём, тое, што хочам вам пожадать. И с почуттём, гуртом сваём, тое, што хочам вам пожадать. Мы вам жадаем, каб да ваших ход стежкі не ведаў ні ўрач, ні адвакат. І каб было вам на ўсім ляку. Адкажа Александр. Калі ласка. Лёгка на сердце, тяжко у кошельку. Вось ён, аматор творчести ансамбля народной музыки «Беседа». Заслуговывая аплодисментов, малайчына. Ну, магчыма, и назву песни скажете? Назву не. Не? Ну, Ганна, 5 секунд на роздум у вас есть. Як там припев починался? Мы думаем, что песня все-таки называется «Мы вам жадаем». И это правильный отказ. Малайчына. Еще 3 баллы у скарбонку команды «Знич». Поважанная команда «Зорочки», для вас поэтичное задание. Стань ля Припяти, любуйся, приховавшийся у лазе, черный бусел на одной стоит нозе. Малайчына, малайчына, Анастасия, 3 баллы у скарбонку вашу уже упали. Вам треба назвать твор и автора. Давайте спочатку твор. На это питание откажа Марина. Калі ласка. Это верш «Чорный бусел». И это правильный отказ. Еще 3 баллы у вашу скарбонку. Ну, а перш чым вы назовете автора этого верша, я дам вам невеличкую подказку. Народный поэт Беларуси. Ён нарадзіўся ў Таліне ў 1917 годзе. І яго, вы ўжо ківаеце галовамі, ведаеце, які паэт нарадзіўся ў Таліне? Ну, давайте паспрабуем, калі ласка, Настя. Пимен Панченко. И это правильный отказ. Вы маете рацию. Малайчына, дякую вам за ваши веды. 9 баллов у гэтым конкурсе поэтычным зарабіла команда «Зорочки». Ну, а теперь выпрабаванне для команды «Знич». Лилею млявы плёс люляя, с-под зележаных облог сдалёк летит вихлястый и белявый пялёсток лёгкий. Александр. Мотылёк. И это правильный отказ. 3 баллы у вашу скарбонку. Треба назвать верш и автора. Спочатку верш. Мотылёк. Мотылёк, тут усё не складано, и автора треба назвать. Дам подказку. Мы ведаем, кто автор. Вы ведаете без подсказки. Ведаем без подсказки. Калі ласка. Гэта Рыгор Барадулін. Вядома, малайцы, малайчына Ганна, гэта Рыгор Барадулін, народны паэт Беларусі. У 2006 годзе яго кандыдатура была сярод намінантаў на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры за зборнік вершаў, які называўся «Ксты». І, дарэчы, самы папулярны яго верш які, Ганна? Ну, я думаю, што трэба дома бываць часцей. Так, гэта і песня на гэты верш ёсць. Дзякуй вам за вашы веды. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда «Знич». У іх 56 балаў. Ну а каманда «Зорочки» назапасіла 48 балаў. Гэта таксама вельмі добры вынік. Хай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і размаўляць па-беларуску. Ну а каб тыя хвіліны, што ў гэтай студыі мы правялі разам, вам запомніліся надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя, мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Траценко. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з нами.